Беспрепятственный доступ к социальным, культурным и торговым объектам для маломобильных граждан – важная составляющая, особенно во время ремонта городских проезжих частей и пешеходных зон. Совсем недавно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт проспекта Масленникова. Во время обновления участка учли все пожелания людей с ограниченными возможностями. Сегодня мы осматриваем улицу Масленникова от Новой Садовой до Мичурина. При выполнении работ также основополагающим фактом является наличие комфортной безопасной среды, в том числе и для мобильных групп граждан. Устраивались пандусы, также наносилась необходимая разметка на проезжей части и на пандусах на тротуарах. В приемке готового объекта участвуют не только специалисты, но и общественные наблюдатели. Появление в городе безопасных, хорошо оборудованных, приспособленных для маломобильных граждан пешеходных переходов – это очень важно. Это удобно для колясочников, для других категорий граждан, опорников, незрячих и всех, кто получил, допустим, только какую-то травму или стал немощным. Для детей это очень удобно. Общественники оценивают качество исполнения работы, высказывают предложения. В вопросах устройства комфортной среды связь со специалистами поддерживают постоянно. Сотрудничаем, что называется, уже не первый год, и ваше мнение важно для нас и для всех тех маломобильных граждан, которые есть. Ну а в общем и целом, как оцениваете изменения? Конечно же, если сравнить, допустим, с тем, что было в 2001 году, это две большие разницы. Кроме проспекта Масленникова завершили ремонт и другого важного маршрута – улицы Луначарского, от автобусного проезда до Новосадовой. На объекте обновили пешеходную зону и проезжую часть, установили новое освещение, организовали лотки для деревьев и установили пандусы для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. В осмотре готового объекта также участвовали общественные наблюдатели. Могу сказать, что, конечно, круто изменилось все. Мне очень нравится, первое, что мне лично нравится, это освещение. Мы люди, которые немножко плохо видящие, нам, конечно, освещение – это самое главное. Естественно, покрытие – это очень комфортабельно, стало удобно ходить, стало намного приятнее, наверное, ходить по плитке. На встрече со специалистами обсудили и предстоящий зимний сезон. Благодаря расширению съездов и на проспекте Масленникова, и на улице Луначарского на пешеходке станет удобно чистить снег. Сюда сможет проехать малогабаритная техника. А это не менее важно, ведь по двум этим улицам можно будет пройти к будущей Третьяковской галерее и обновленному скверу памяти борцов революции. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.